Тання, ви дивитесь програму громадська приймальня на календарі. У нас понеділок, 11 січня. На початку коротко проанонсую головні тези сьогоднішнього ефіру. Отже, розпочинаємо з юридичної консультації. Будуть земельні питання. Ну і побудуємо нашу розмову. В такому форматі запитуйте. Ну а ми будемо власне відповідати. Це і питання приватизації і вирішення земельних спорів, і досить багато різноманітних питань. З далі ми поговоримо про зміни в системі освіти, які позитивні тенденції передбачені цього річ. Окремо ще зупинимося і на програмі Освіта столиці столиці-2016-2018». А також дізнаємося про кошти, котрі закладені у бюджеті міста. Отже, розпочинаємо. Як же власне я і зазначив, будемо говорити в такому е, контексті. Ви запитуєте, ми відповідаємо. Будемо говорити про земельні питання. Отже, наш гість у студії це Наталя Доценко-Білус, адвокат, радник юридичної. Фірми, телефон нашого прямого ефіру 223-09-71. Власне, долучайтеся до нашої розмови. Ми працюємо для вас, аби надати вам фахові консультації. Та власне можете ставити будь-які запитання щодо земельних щодо вирішення різних земельних питань. Нагадую, ще раз ми в прямому ефірі телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Пані Наталю, доброго дня! Вітаю Добрый вас день. в нашій студії зі святами. Насамперед Благодарю. вітаю вас із різдвом і з новорічними. Сподіваюся, гарно відсвяткували і в гарному настрої власне прийшли до нас. вам. хотів би розпочати ось нашу розмову з того, аби ви окреслили, ну скажімо, перелік з трьох або, скажімо так, п'яти таких топ-тем, топ запитань, з якими власне звертаються люди і. Де у них виникають проблеми, і якщо з вашого дозволу би ще зробити це в контексті: ось зробити оренда окремо купівля, продаж і успадкування землі замічательно. То есть, ми сучасним ніяке рейтингування, то так так. топ э, наиболее популярных тем, и я бы еще дополнила их топ-новелами 2016 -го mm -hmm. года, то, то есть теми новеллами, которые э, вступили в силу с этого года. Таким образом, первый блок вопросов, который вы затронули, это арендные отношения, что, э, на мой взгляд, составляет топ-3-5 ключевых э, событий в, и э, с, тем в рамках арендных отношений, аренды земли. Ну, первая топовая... Э, Первый топовый аспект, опять же ориентируясь на свою практику, это заключение договоров аренды земли коммунальной государственной собственности. А вокруг этой темы возникает колоссальное количество запросов и неоднозначных вопросов. В частности, это вопросы пролонгации, автоматической пролонгации, которой по сути нет. Соответственно, истечение срока действия договора приводит к неминуемому а, перезаключению этого договора и, как следствие, вовлечение лиц со стороны арендодателя, которые наделены полномочиями по распоряжению земель государственной коммунальной собственности. Это местные советы или государственные администрации. А, соответственно, нужно получать а, а, Вторичное решение сессии или распоряжение администрации, что, например, в рамках Киева создает колоссальные проблемы, потому что мы понимаем, что такое получить решение Киевского городского совета. Поэтому эта тема ну, продолжает сохранять лидерство с точки зрения э, того количества запросов и пожеланий с точки зрения корректировки на уровне законодательства данного подхода. Вторым аспектом в рамках арендных отношений я бы выделила а, возможные споры, возникающие в части размера арендной платы применение коэффициентов нормативной денежной оценки, когда, опять же, мы ведем речь об аренде государственной коммунальной земли, то есть неоднозначные подходы к индексации арендной платы. Вокруг этой темы возникают существенные споры, доходящие вплоть до судебных споров. Mm -hmm. Опять yeah, же, так. подчеркну, что речь идет о государственной коммунальной земле. А следующая группа правоотношений, актуальных в контексте аренды земли, я бы выделила это аренда уже аренда земли для целей строительства жилья тут возникает любопытный момент связанный с тем, что земля у нас следует за недвижимостью. Соответственно, если я арендатор, который взял в аренду земельный участок для цели строительства и, предположим, получив все необходимые разрешительные документы, я осуществила строительство некого объекта, причем в некой процентной готовности, не завершив его строительство, но при этом прибегнула к законодательно определенной процедуре по регистрации объекта незавершенного строительства. Вследствие этого у меня возник приорити... возникло приоритетное право аренды земли. И, предположим, прекращается действие договора аренды, или э, я уже теряю заинтересованность в выполнении этого договора аренды, потому что я знаю, что земля неминуемо будет следовать за недвижимостью в силу предписание статьи 120 земельного кодекса, которая говорит о том, что если вы владеете недвижимостью, то те или иные права на земельный участок, а вечные права, они за вами сохраняются. Даже, предположим, если срок их действия формально зафиксированный в договоре аренды истек. Это очень важный нюанс. В основном, э, э, хочу трешечки... Да, э, не то, что уточнить, просто згадав один момент. Э, да. э, в этом контексте и будівництва да. и земли ехал э, в напевно місяць тому бачив такие оголошення в метро, значить, ну. Красивий будиночок, все ніби продаж продаж житла. Але е, в чому цікавість? Чим він мене зацікавив? Зацікавило це рекламне оголошення. Написано Законне будівництво е, на законній землі. Ось цей цікавий момент. Е, як часто взагалі може відбуватися таке, що звели будинок? Так відбулася забудова. Потім продали квартири. Люди купили. А виявилося, що земля, на якій збудована збудований цей будинок, вона чи то була орендована на деякий час, чи взагалі має іншого власника і. власне, ось тут можуть в цьому контексті відбуватися проблеми у власників цих квартир? А ви знаєте, ви прям Описали конкретную жизненную ситуацию, с которой столкнулись некоторые из клиентов. Это пострадавшие инвесторы, обратившиеся в свое время за консультацией. Это громкий, скандальный киевский проект, я не буду его упоминать. Но суть возникших отношений сводилась к следующему. Славно известная компания, застройщик, незаконно заняв земельный участок, не имея на то законных оснований, начала возведение жилого комплекса. При этом параллельно привлекая средства от физических лиц путем заключения предварительных договоров, купли-продажи квартир. А массово разрекламировав свой проект, привлек привлекшие уже определенное количество средств, этим проектом заинтересовались правоохранительные органы, были возбуждены уголовные дела, безусловно, строительство было прекращено и стадия текущего проекта – это попытка в судебном порядке со стороны интересов территориальной общины органами прокуратуры оспорить законность, оспорить, оспорить права на созданный объект незавершенного строительства в той процентной готовности, которая там присутствует, и обязать к демонтажу, фактически к сносу того, что было сооружено. Но в этом случае людям, которые сделали вкладку, сделали э, внесок а. в, в, в забудову, есть у них шанс, а вот, и насколько этот шанс, э, власне, свои кошти вернуть? Здесь заключается самый тонкий момент, и это абсолютно верно подмеченный вопрос. Это, а, собственно говоря, на что имеют права те инвесторы, которые вложили средства. Mm -hmm. И самое печальное в этой ситуации, что поскольку инвесторы заключили предварительные договоры, а предварительные Договор это не договор о жилье, это договор о договоре, и по нему были внесены некие задатки или гарантийные суммы, то вот и более того в самих договорах было прописано, что какие-либо правоотребования у физических лиц возникают в определенный срок после ввода в эксплуатацию жилого комплекса, то соответственно и в судебном порядке истребовать что-либо а, до вода фактически невозможного к ведению дома фактически невозможно. Тут есть факт определенного, даже сложно квалифицировать эти действия как мошенничество. Презюмируется, что люди, которые заключали подобные договоры, вносили добровольно средства, что они отдавали отчет своим действиям. И незнание законодательства, увы, не освобождает от последствия действия этих законов. Поэтому в этой ситуации единственный шанс для инвесторов, которые попали в такую ситуацию, mm -hmm. это консолидировать усилия вот с этим псевдозастройщиком, дабы так или иначе ходатайствовать о получении прав земель на землю под самовольно самовольно незаконно сооруженным э, жилым комплексом но опять же это еще не готовая недвижимость это определенная процентная готовность и здесь вопрос земли опять же тоже будет решаться путем проведения сессии местного совета ну, в данном случае киевского городского совета и именно они вправе решить предоставить ли э, права вот под этот способ спорний об'єкт на землю або ні. Ну ось ми так плавно підходимо до купівлі і продажу. Власне, спочатку, давайте скажемо на що варто звертати увагу, на які документи, як людині, котра хоче придбати земельну ділянку. Власне, вже в розрізі цього запитання, про яке ми говорили. Наприклад, та, якщо будують квартиру, чи на що потрібно звертати увагу на які документи щодо дійсно землі, і власне які документи потрібні, коли там хтось вирішив продати земельну ділянку, угу. які людина має надати, і власне той покупець, який має право вимагати, скажімо, там площа угу. територія, ще щось угу. а, таким образом, якщо ми горімозділках куплі продажі землі. то, безусловно, очень важным критерием для того, чтобы определить пакет документов и провести проверку того объекта, который мы хотим приобрести, является целевое назначение земельного участка. Если мы говорим о землях не сельскохозяйственного назначения, то есть тех, на которые не распространяются моратории и ряд существенных ограничений по совершению сделок купли-продажи, то одними из первых действий или запросов со стороны потенциального покупателя должно быть исследование первое правоустанавливающего документа. Потенциально таким документом может быть ГУСАК на право собственности на земельный участок продолжительное время в Украине именно этот документ являлся правоустанавливающим. Сейчас, мы, как вы знаете, оформляются свидетельства на право собственности на земельные участки. Второй документ, который может быть аналогом этого, это договоры купли-продажи, договоры мены, договоры дарения. Все они также но имеют равную юридическую силу и могут выступать правоустанавливающим документом. Также может быть свидетельство о наследовании. Но я бы не рекомендовала ограничиваться изучением и исследованием лишь правоустанавливающего документа. Очень важно ознакомиться с технической документацией, землеустроительной документацией на земельный участок. Очень часто такой документации нет у собственника Земли, потому что она хранится, как правило, в органах органов земельных ресурсов, поэтому а в данном случае рекомендуется посетить органы земельных ресурсов, возможно, в присутствии продавца, ознакомившись со всей историей существования участка, исследовав поземельную книгу. много не, не, не часов. Ну, полдня может занять, но вы знаете, порой очень ценная информация обнаруживается исходя из поземельной книги, потому что поземельная книга это тот документ, который безусловно можно ограничиться получением извлечения из нее. Более того, это один из документов, который требуется для совершения сделки. Но извлечение не даст той полноты информации, которая позволит вам получить непосредственное ознакомление со всеми записями. То есть, чтобы понять, были ли там спорные сделки, которые оспаривались, аннулировались ли там записи. Потому что земля – это такой весьма уязвимый актив. Он не сопоставим в части своего правового статуса с другими объектами недвижимости. Потому что наличие… Вот есть понятие земля и земельный участок. Mm -hmm. Мы вот с вами, когда обсуждаем эти вопросы, мы ведем речь о земельном участке. А он существует до тех пор, пока существует кадастровый номер. А если есть кадастровый номер, то есть и то совокупность прав, которые возникают на этот земельный участок. Поэтому очень третьим важным аспектом, который вам необходимо проверить, это наличие присвоемого кадастрового номера. Для многих из участков, которые сформированы были после 2007 года этот вопрос не актуален, потому что такой атрибут, как кадастровый номер, он само собой разумеющаяся характеристика, отражающаяся в правоустанавливающем документе. Но если земельный участок был сформирован и права на него были оформлены до 2007 года, то вполне возможно, априори не было этого кадастрового номера. И тут важно понять, а прибегали собственник к действиям к необходимым для оформление этого кадастрового номера. Если а форм... чем може, му, ну, это может, так бы, мы ну, это... Это первое, это препятствие для совершения сделки, потому что отражение в договоре купли-продажи или в любой другой гражданско правовой сделке или даже в ипотеке кадастрового номера является существенным условием. Угу. Хотя вот следует заметить, что некоторые нотариусы, когда рассматривают ипотеку, а это тоже один из способов прекращения Прав собственности, ну, фактически замены собственника. Он более дешевый, чем, например. Купля продаж, потому что при купле-продаже у нас госпошлина 1%, а при э, ипотеке то есть вначале делаем ипотеку, а потом несудебное обращение взыскания 0,1%. Или, например, при взносе в уставной капитал. Здесь как бы можно уклониться от указания кадастрового номера. Mm -hmm. Поэтому такие варианты перехода прав собственности, как взнос в уставной капитал и ипотека с последующим обращением взысканий, хотя они на первый взгляд существенно дешевле, и эта дешевизна может привлечь внимание каждой из сторон, но все же к ним нужно относиться осторожно, потому что а, убедиться в наличии кадастрового номера. Какие риски создают вот, игнорирование того момента, что кадастровый номер должен был обязательно быть присвоен и, и а, фактически в некоторых случаях он не присвоен по исторически сформировавшимся обстоятельствам. Так вот, одним из факторов является то, что а, Например, есть участок, сформированный в 2004 году, выдан некий правоустанавливающий документ, но уже текущей даты некое лицо ходатайствует в местный совет, и этому лицу выделяют участок с тем же месторасположением, что и тот, который был озвучен в начале. Одна земельная делянка и два властники? Два властники, но тот собственник, у которого будет кадастровый номер и более актуализированный правоустанавливающий документ, увы, но именно даже несмотря на то, что он позже возник, и даже, возможно, бесплатно в процессе приватизации получил этот земельный участок, он будет иметь приоритет. Потому что, опять же, пока нет кадастрового номера, и об этом нужно помнить всегда, мы говорим о земле в целом. Потому что кадастровый номер ⁇ это три в одном. Это фиксация места расположения земельного участка в конкретных границах, это наличие определенных прав на земельный участок, и э, это как следствие... можливості по совершенню каких-либо уже актуалізованих сделок з цим участком. якщо кадастрового номеру немає, яким чином так би мовити присвоїти його і що має зробити власне власник земельної ділянки? А куди звернутися на відповідь на этот вопрос здається очень чётко і подробно в законі України про державний земельний кадастр? в заключительных положениях этого закона четко отражено, что и прописана она достаточно простая процедура присвоения кадастрового номера для тех участков, которые, права на которые возникли ранее. Тут не требуется сессия. Необходимо просто обратиться к землеустроителю, определить границы земельного участка в натуре, разработать соответствующую техническую документацию, да, понести определенные расходы на это, произвести согласование и обратиться в органы земельного ресурса для голосування цієї документації. У нас є телефонець дзвіночок. Да, Доброго дня. Ви в прямому ефірі. Будь ласка, ставте своє запитання. Так, Добрий день. З прикмем щастя і з всю Україною здоров'я, щастя і миру нам всім. Дякую. А мені питання пані Наталі. От значить, була земля, был старенький дом, то старинний дім. Е де там Ну, В 1968 году селерада дала разрешение на постройку нового дома этой хозяйки, бабушки, и выделила на этом же участке 17 соток для постройки ну, дома. Она построила новый дом. А старый в решении исполкома, ну, в сельской рады было, знесты, ну, по решению, новый построила, и новый дом она поделила по заповиту на двух внуков. Но старый не снесли, и дом 13 соток поделила на двух братьев. Одному брату полдома, ну, 50 процентов и 6,5 соток, второму брату полдома и 6,5. Но так как старый дом не снесли, теперь получается два дома на одном участке. Что делать? И второй старый дом, уже бабушка умерла, ее дочь осталась там жить, и она подарила уже своему внуку. И теперь вот такая коллизия. Как быть? вот в ногу а, по Позвольте встретить... взял дом половину с землей, как вот вы говорите по статье 122, правильно? 120. -й. Правильно? А старый остался, и уже он подарен. И как быть? Спасибо. А вопрос, большое. зарегистрированы ли права на старую и новую недвижимость в реестре? Как-то оформлены они? Ну, оформил на новый дом, так как он проживал там и в 2000-м оформил на дом. По суду вот э, пять лет назад разделил дом пополам, ну, так как... А землю, сказал судья, тогда, когда вы разделите дом, тогда можете придавать и на землю. Но там осталась мать, его мать этого подарила уже второму внуку, а мы не знали об этом. Угу. И они уже вроде... И теперь вот спорный вопрос... Так, mm -hmm. понятно, спасіба. Ми дякуємо вам. Дякуємо за запитання. Ще раз нагадаю нашим телеглядачам. Ми в прямому ефірі працюємо. Отже, долучайтеся до нашої розмови. Телефон 223-0971. Что в этом случае делать? такая ну, ситуация? Давайте запутана. разложим да. по фактам. На самом деле не так все раз, раз, запутано, как кажется, если не разобрать по угу. элементам. Ну, первый элемент, который был озвучен, что на земельном участке располагается недвижимость. Исходя из озвученных фактов, был озвучен факт дарения старой недвижимости угу. и факт вплоть до судебного решения раздела той недвижимости, которая вновь построена. Соответственно, есть, условно говоря, два объекта недвижимости, и учитывая, что были относительно них произведены указанные действия, то они все зарегистрированы. Соответственно, они все являются объектами недвижимости. И, соответственно, по отношению к ним и к их собственникам применима та статья 120 земельного кодекса, которая говорит о том, что земля следует за недвижимостью. Но, опять же, на кого же должна быть оформлена недвижимость? Немаловажным вопросом в этой ситуации является... Место расположения этих объектов недвижимости. То есть это смежные дома, имеющие смежную стену или это обособленно расположенные объекты недвижимости. Предположим, что это старый и новый дом, они обособленно расположены. В этом случае вот этот старый дом, если он располагается отдельно, то лицо, которое является собственником старого дома, вполне может претендовать на отвод земельного участка в, в, в рамках той площади, которая составляет площадь занимаемую самим старым зданием плюс прилегающую территорию и а, второе здание который, второй дом который новый который как было озвучено а, пребывает в общей долевой собственности а, двух братьев по которому было некое судебное решение, вот эти два брата, если они договорным образом не решат вопрос раздела этой недвижимости и раздела прав на землю, то, безусловно, им потребуется в суде определять права на земельный участок, но, опять же, в границах пропорционально той площади, которую занимает новый дом. Поэтому полностью, увы, проигнорировать права собственника старого дома, хотя когда-то, возможно, было предписание его снести, не Возможно, учитывая, что раз был э, акт дарения, а дарение, предполагаем, что это нотариально совершенная сделка с отражением в реестре, соответственно, это недвижимость. И до тех пор, пока не будет э, право, оспорен правовой статус ее как недвижимости, не, мы не можем вести речь о том, что этой недвижимости нет. Власне, э, хотелось бы спросить, уже почли тему э, и успадкувания, и, власне, дарування земельных э, делянок. Яким чином ось чи часто до речі, я як розумію, досить навіть часто виникають ось такі запитання, як у наших телеглядачів. А на що тут потрібно зробити, як тій людині, яка хоче подарувати, або, скажімо, написати заповіт, як правильно його скласти, аби потім вже надалі не виникло ніяких запитань у тих, кому перейде до власності ця земельна ділянка? Замечательно. замічательний вопрос. Вот замечательно, ж била би їх задавать до того, як призійдуть. Те события, которые невозможно вернуть назад. А, и это значит, что при жизни того лица, который является собственником, необходимо продумать вопрос распределения между родственниками прав на земельный участок, который будет подлежать наследованию. Есть такой замечательный механизм, как наследственный договор. Он лучше, на мой взгляд, чем завещание, по ряду причин. Потому что... В принципе, ну, ну, принцип действия принцип фактически а, Не совсем Чи? так. Я бы вот, предпочла наследственный договор, потому что он лицам, которым что-либо завещается, на них возлагает и определенные обязательства. Mm -hmm. То есть это не... Одно... Вот если вот завещание считается односторонней сделкой, то есть это мое, например, волеизъявление о том, что я бы хотела, чтобы что-то по факту там определенного события перешло в собственность определенного лица, mm -hmm. или по закону, или по завещанию, то договор это опять же, без нарушения требований законодательства, право предусмотреть ситуации, при которых там определенный земельный участок в определенных границах переходит там Иванову, родственнику первой очереди, или даже не родственнику. Но при определенных условиях, при выполнении Ивановым определенных обязательств. Вот эти они тоже прописывается. Конечно, конкретно ну, в договоре. очень подробно. все прописывается. Здесь нет границ того, что, опять же, без, если не нарушаем права лиц, которые наследуют по, по закону, по закону, то uh -huh. есть это дети, это супруги, это, ну, то есть. Uh -huh мы не можем ограничить их в тех правах, которые предусмотрены родственников первой линии родства, мы не можем ограничить в правах наследования тех, которые закреплены за ними на уровне закона. Ни завещанием, ни тем более наследственным договором. Просто наследственный договор, во-первых, он подписывается не только наследодателем, не только лицом, которое инициирует распределение своей собственности по факту События, которые потенциально может произойти, события смерти, так и теми лицами, которые являются бенефициарами, получателями, потенциальными подчеркиваю, получателями mm -hmm. тех объектов, например, тех земельных участков в тех границах, которые определены, по этому договору. И более того, к договору можно приложить схематическое отражение тех границ, которых лицо планировало бы передать в, по факту своей смерти земельный участок родственникам или тем лицам, которые будут... Также сторонами этого договора. Поэтому наследственный договор дает больше возможностей. О нем мало говорят, о нем мало знают, но, обратившись к нотариусу, хотя бы даже понимая, что есть такое понятие наследственный договор, нужно понимать, что того, то лицо того, кого вы хотите одарить в определенном смысле по факту своей смерти, то следовало бы на него возложить определенные обязательства, если есть необходимость такая. Ось тут постає запитання: чи в цьому спадковому договорі можна вказувати людей, скажімо, не родичів? Можна тобто ні обмежень, Абсолютно, але опять же, без з чітким соблюденням прав ліць, которые мають право на наслідування по закону? А, тоді таке запитання: якщо особа вирішила скласти спадковий договір, вказала, наприклад, там свого брата, скажімо, там ще якихось родичів, але ось ну за якихось певні життєві обставини бувають, наприклад, не вказали там когось із дітей або ну. Може трапитися, до речі, ось ще тема цікава, коли один з родичів прибуває за кордоном, ми до неї трішки пізніше повернемося. Власне, якщо хтось не був вказаний в цьому договорі і вже після цієї події, скажімо так, договір вступає вступає в силу. І тоді виникає, наприклад, запитання у одного з родичів: а чому мене нема? А чи я претендую на якусь частку? От нюанс що договор є договор, і опять же, якщо лицо, вот, та котором. вы говорите, не имеет права наследования по закону, четко определенное, то есть не есть там, ребенком, не есть родителем, а есть там братом сестрой ну то есть не является родственником первой линии родства то его права на наследование по закону если он не отражен в этом наследственном договоре ограничены еще хотела бы отразить очень важный момент что наследственный договор это договор гражданского правовой И если там грамотно право писать определенные условия то его можно рассматривать как документ по которому произойдет фактически переход прав собственности, это как договор с отлагательным условием вот этим отлагательным условием является факт смерти когда она наступает договор с вступает в силу и по нему возникают права и обязательства. То есть фактически это договор об отчуждении имущества. Э, Но ну, при этом для того, чтобы он действительно носил характер договора об отчуждении имущества, по земле, мы знаем, есть определенный четко отфиксированный в Земельном кодексе набор существенных условий. Они обязательно должны быть отражены в этом договоре и, и э, определены. И тогда нотариус по этому договору, когда вот наступит это отлагательное условие, смерть. Mm -hmm он произведет запись в реестре вечных прав то есть нужно будет к этому же нотариусу обратиться вот в этом есть преимущество потому что когда мы говорим о завещании завещание это лишь декларация то есть фактически определение субъектного состава но не действие которое приводит к автоматическому, При обрієтінню mm -hmm. прав. То есть говоримо о чому ключове розличчя завіщання від наслідственного договора. То, власне, ми поговоримо про це дещо пізніше. У нас просто є телефонний да, дзвіночок, глядач чекає. І власне у нас буде просто реклама, реклама. Тому я пропоную відповісти на запитання і далі продовжити. Доброго дня, прошу ви в прямому ефірі. Будь ласка, ставте своє запитання. Добрий день, будь ласка, говоріть. Ми вас слухаємо. Так, ну, власне, не, У меня не... такой вопрос. 6 так, лет назад я приватизировал. Алло. Да, так да, мы слышу. вас чуем. Говорить, будь ласка. Участок в 16 сотов. Это когдачный участок. Рядом со мной. Ну, подписали все согласования, там получил я кадастровый номер. Проходит, вот 6 лет проходит, рядом со мной был выделен участок подведения сельского хозяйства. Так, так, слушаем у вас, пожалуйста. Теперь они э, говорят, что мне неправильно произвели замеры и требуют, чтобы я переделал все это за свой счет. Mm -hmm. С чем я не согласен, конечно. Мы вас разумели. Якое за ваш звеночек. Замечательный вопрос. Кстати, вот он еще раз подчеркивает новую категорию очень актуальных споров. Это вот топ в рейтинге споров по земле. Это споры о границах земельных участков. А вот в описанных ситуациях есть ряд открытых вопросов, которые имеют существенное значение для разрешения этого uh -huh. ситуации. Ну, первое, вот было озвучено ⁇ требует ⁇ Вопрос, как требует, кто требует, в какой форме требует. Если это просто сосед сказал, что неправильно выделены границы, или даже там э, как-то в грубой форме это выразил, uh -huh. это не есть юридический аргумент. Если границы были отфиксированы, есть документы, вот как было сказано, если есть кадастрый номер, то он как результирующее действие по факту утверждения технической документации. Если оформлен по правоустанавливающий документ, то вопрос пересмотра границ, извините, но может инициировать только суд. Ну що ж, ось на цьому поки що yeah. ставимо не крапку, а три крапки. Адже ми повернемося вже незабаром. Після короткої паузи я ж нагадаю, у нас в студії Наталя Доценко Білус, адвокат-радник юридичної фірми. Говоримо про земельні питання, їх вирішення. Отже, долучайтеся до нас. Ми працюємо в прямому ефірі. Не перемикайте телеканал Київ. Ми повернемося вже за лічені хвилини. Вітаю вас на каналі Європейської столиці. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Я нагадаю, у нас у студії сьогодні Наталя Доценко-Білус, адвокат, радник Юридичної фірми сьогодні говоримо про на різні земельні питання від спадщини оформлення до різних договорів. Отже, можете долучатися до нашої програми, ставити свої запитання. Телефон прямого ефіру 223-09-71. Власне перед рекламною паузою ми активно обговорювали питання щодо договору на право власності і заповіту. Ми їх так би мовити порівнювали. Які ще можуть бути ось плюси цього договору, окрім того, що там все буде визначено, зазначено і накладається певна відповідальність на тих людей, які, власне, після, які власне, стануть власниками властниками ділян... земельних ділянками. Да, как вірно верно подметили, наследственный договор дает больше определенности, возлагает определенные обязательства. В-третьих, является правоустанавливающим документом. То есть, в отличие от завещания, он будет тем документом, по якому чітко перейде право собственности. после факта смерти, то есть не нужно будет ждать этих шести месяцев, которые характерны для открытия наследования и тех процедур, связанных с наследованием по в силу закона или по завещанию. Поэтому это очень прогрессивный инструмент. Что же касается завещания, раз это одностороннее жест, у него тоже есть свои преимущества, поскольку, например, сегодня я даю одно завещание у меня взгляд на то, что Иванов лучше Петрова, и оба они мои родственники, а завтра я вдруг передумала, это жест моей односторонней воли, я могу обратно обратиться угу. к нотариусу, отменить то завещание и сделать новое завещание а договор уже не можно а вот договор ага. это не одностороннее действие. если я например с вами заключаю наследственный договор и неважно кто вы у меня родственник не родственник то это наши уже двухсторонние а может быть и многосторонние обязательства когда несколько субъектов и здесь уже без вашего участия если иное опять же не предусмотрено договором я в одностороннем порядке внести изменения не могу mm -hmm. в этом ключевая разница поэтому на этот момент нужно сразу обратить внимание если вы склонны изменять свое мнение, то лучше изначально сделать завещание. Но завещание чревато. Вот тема завещания, она вообще в наших реалиях очень непростая, потому что э, есть случаи злоупотребления, когда человек в ситуации пребывает не лучшего там здоровья, психологически устойчивы, но при этом он не признан э, лицом, который недееспособен соответственно, предполагается, что он отдает отчет своим действиям, то есть ситуации, когда под давлением определенных обстоятельств или определенных лиц это лицо дает завещание, противоречащее интересам его близких, mm -hmm. или даже не соответствующие его волеизъявления. Ну, согласно на этом мы зупинимося детальнейше этого mm -hmm. телефонного дзвіночка. У нас є додзвонювач. Доброго дня, вы в прямом эфире. Будь ласка, прошу, ставьте свои вопросы. Добрый день, мы вас слушаем, пожалуйста. У меня есть государственный акт на право власти на землю, но мне надо кадастровый номер. Где мне его взять? Угу. Вопрос понятен, спасибо. Дякуем вам. В мы уже говорили, но, еще раз Ну Тем не менее, можна... я постараюсь так, понятно объяснить. В этой ситуации нужно предпринять два действия. Первое. Вариант первый, самый простой. Обратиться в, к любому землеустроителю, найти близлежащего, близ расположенного землеустроительного, неважно частную компанию, государственную, коммунальную, ну, обратиться к землеустроителю. И э, он подскажет, какие действия нужно осуществить. А именно сформировать заявление, договор на разработку технической документации об определении земель, границ земельного участка в натуре. И по факту разработки этой документации, это займет где-то 20 дней, эти же сами землеустроители и обеспечат всю согласовательную процедуру вплоть до присвоения кадастрового номера. Их расценки, они в целом так или иначе стандартизированы. Mm -hmm. Поэтому самый простой вариант – это к землеустроителю 20 дней с момента заключения договора и дней 10-15, а иногда и 20 на присвоение, присвоение кадастрового номера. А второй путь, дабы там самому глубже разобраться, опять же, очень рекомендую найти в интернете в Рада ГОФ ЮА закон о государственном земельном кадастре. Открыть заключительные положения. Там четко написано, как собственники земли, у которой нет присвоенного кадастрового номера, разрабатывают эту техническую документацию. Но в любом случае, этот подход так или иначе приведет вас, опять же, к обращению к землеустроителю, разработке технической документации, согласование границ земельного участка с соседями. Вот это вот самый такой mm -hmm. болезненный момент, потому что с нет согласия, то можно и в суд пойти, поэтому ответвление от общего алгоритма, оно теоретически тоже возможно, когда, например, есть спор по границам. То есть, как кто бы все было прекрасно, а как начали присваивать кадастровый номер, а точнее, скажем, определить границы земельного участка в натуре, то соседи вдруг редко отказались подписывать э, смежные это, землепользователи. землепользователи, резко отказываются подписывать акт определения границ. И тогда, безусловно, ну, к сожалению, приходится обращаться в суд, либо решать как-то этот вопрос иным образом, чтобы финализировать процесс э, присвоения кадастрового номера. Потому что, еще раз говорю, э, земельный участок с кадастровым номером, это тот участок, и границы которого определено, и место расположения у которого есть. Вот тогда все четко понятно, и споров нет. Угу. У нас, снова-таки, есть телефонный звоночек. Доброго дня, вы прямо в прямом эфире. Будь ласка, можете оставить свои запитания. Прошу вас, ставте своє запитання, будь ласка. Говоріть, будь ласка, так, вийшло. Так, алло. так, так, ми вас чуємо. Алло. Так, ми вас чуємо, будь ласка, говоріть. Ми, ми з ослабляли... Алло. Так, ми вас чуємо. Відійдіть, будь ласка, трішки від телевізора. Ми, з братом опинили наслідство на пай, мамин. Так. Це вже п'ять років, як сама померла. Нам видали один акт на двох, і, як ми вроді би совладельці, чи yeah. це правильно, чи ні. Абсолютно друге, тепер ми не хочемо написати завіщання на своїх дітей, він на своїх, я на своїх. Тепер нам сказали опять робити технічну документацію. Yeah. Це ж воно даром не робиться. Це гроші добрячі для нас. Uh -huh. Uh -huh. Мы сразумели uh -huh. вас. Хороший uh -huh. uh -huh. вопрос. К uh -huh. сожалению, вынуждена огорчить, огорчить нашу телезрительницу, что да, если есть факт uh, совладения uh -huh. в долях, долевое совладение в силу того, что так возникли права на земель, спорный земельный участок, то для того, чтобы что-либо там подарить, да или вообще uh, ну, через наследство произвести переход прав собственности, учитывая, что речь идет о распаеванной земли, на которую распространяется мораторий до 1 января 2017 года, вот, то в данном случае, да, действительно потребуется сформировать новую техническую документацию, присвоить. Из одного участка фактически сделать два участка. То есть поделить... Каждый, каждый из них тоже будет иметь свой кадастровый Конечно. номер? Конечно. То есть пока у них есть один участок, которым они владеют 50 на 50. Для того, чтобы они могли распоряжаться через наследование этим участком, то должно на его базе появиться два отдельных участка. Один с кадастровым номером А, другой с кадастровым номером Б. А для того, чтобы эти два новых участка возникли, есть такая статья 56 закона о землеустройстве. Она четко регламентирует пакет документов. И да, это действительно техническая документация. Это техническая документация, это фундамент любого действия с земельным участком. Их разные виды, их много видов разных, но она фактически всегда. А соответственно, если речь идет о тех документации, то необходимо профессионального субъекта землеустроителя привлекать и, соответственно, нести расходы. Увы, это предписано законом о землеустройстве. Когда такая документация будет разработана, будет основание для выдачи нового правоустанавливающего документа и присвоения кадастрового номера. И тогда уже можно этот участок в завещании упоминать, потому что у него будет кадастровый номер. А просто сказать, я передаю 50% э некого участка Ц, который изначально существует у В, такой процедуры нет. А, власне, ось ви вже зазначили про мораторій, хотілося б детальніше, щоб ви розповіли так загально загально, чому він був подовжений і власне, яка його суть. А, ну, я начну з суті, тому що питання причин його продовження, він завжди в плоскості такої. философской, да, или даже там политика, политика философская, я бы так сказала а даже не в плоскости экономической. А мораторий на сегодняшний день распространяется на выделение земельных участков сельскохозяйственного назначения в частную собственность, кроме приватизации. Он также распространяется на совершение любых сделок по отчуждению земельных участков и по изменению их целевого использования, если речь идет о землях личного крестьянского хозяйства, выделенных из пая, и землях фермерского хозяйства а также поев угу. вот основные группы категорий. но опять же с поев нельзя вносить в уставные капиталы тоже это ну, одна из один из видов мораториев вот и... он будет действовать до до, этого а, до uh, принятия закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения но не ранее 1 января 2017 года угу. у нас снова есть телефонные дозвонившись доброго дня вы в прямом эфире пожалуйста, ставьте свои вопросы Добрий день. Так, вітаємо вас. Добрий день. У мене таке питання. От у мене є дачний участок. Як я відписав його по ну, по дарстві, а я просто волнуюсь таким. Нічого, нічого не хвилюйтеся. Яким чином? Написав завіщання. Так. Так то мене інтересує, є там друге, третє покоління, четверте. Можуть вони після моєї смерті требувати, щоб його розділили і розірвали на кусочки. Угу. Чи моє завіщання є основою тому, кому я його відписав по завіщанню. Спасибо, очень угу. хороший вопрос. Дякую вам. Ну, ну, а властно вам, бажаю, долгих роки в життя. Абэ... Э, да, тут все на самом деле достаточно просто и прозрачно. А, и зависит во многом от того, кому вы отписали а, этот земельный участок. Мы должны помнить, и эти нормы законодательства можно для себя даже дополнительно исследовать, что есть лица, которые имеют право на наследование по законам. Это несовершеннолетние дети угу. и супруга. То есть это лица, первой первую очередь, родства. И родители, они то, тоже то, относятся к Тут уже первую... не будет, э, є договор, є они, не имеет значения, есть договор, есть заповед, эти люди имеют... нужно еще такой момент понимать. Если земля составляет не все имущество, а есть, например, активы другие, то если, предположим, а право на наследование по закону можно реализовать из другого имущества, угу. то тогда земля отойдет к тому лицу, которое указано в завещании. И оно будет иметь приоритет на оформление именно этого актива, как актива, который э, будет получен. А, а, э, будет. а э, инши э, активы в, в тех это. пропорциях, которые предусмотрены законом, перейдут к э, наследникам по закону. Наслід, как правило, наслідники первой очереди родства, діти, родители, супруги. Ось таке запитання: якщо, наприклад, в постало постав такий момент, коли е, хтось із родичів перебував за кордоном, е, когось із родичів ну не встигли, наприклад, просто е, в цей список, там, скажімо, коли складався договір, не було вказано, е, і хтось повертається. Е, розуміє, що якби все вже поділено, все є, але. его частки нет. Каким образом эта особа может обратиться до, до суду и mm -hmm. свое право вимагати? А, ну, первое, очень многое зависит от того, знала ли лицо или могло знать о факте смерти усопшего. То есть, если это лицо владело этой информацией, или будет доказано, что оно могло быть поставлено в известность, но будут доказательства того что, факта, что его информировали, и стекло 6 месяцев, и он не подавал заявление о наследовании, и вообще он не родственник первой угу. степени родства, то, увы, его шансы сведены к нулю. Если же мы говорим о ситуации, что он не был поставлен в известность, то есть, и... и причем это доказать должны будут те лица, которые, а, ну, вообще на, на нотариуса возлагаются обязательства по информированию тех наследников, которые имеют право на наследство. Но иногда, эту информацию. Истекает 6 месяцев, лицо фактически утрачивает право э, на mm -hmm. наследование. Хотя ну, сложно представить, как можно сокрыть факт смерти близкого лица. Вот поэтому, если мы говорим, что этот факт был сокрыт, и есть этому факту доказательства, что лицо не могло, например, в дальнем плавании перебывало, не было связи, и, и это плавание продолжалось там больше шести месяцев и не было никакой возможности подать документы, это все нужно будет доказывать, то тогда действительно сроки могут быть продлены и может быть пересмотрено распределение той собственности, которая передается в наследование. Угу. Ну, У нас снова такие и Доброго дня, вы в прямом эфире, будь ласка, можете оставить свои запитания. телефон. Ми вас, дуже доб... ми вас чуємо, будь ласка, говоріть. Добрий день, будь ласка, говоріть. Добрий день. В общем, ми купили хазяйство у 83-му році. 46 сотих було е, землі там, при хазяйстві. У 98-му році, році у нас була приватизація. Ми разом в один день чотири сусіди приватизували за свої земельні ділянки. І жили мирно і спокійно. У 2004 році сусід подав на мене в суд, що я в його забрала землю. Яку землю нічого не ясно, Ворожі городі стояли там, де стояли, а забрала землю. Потім мене судили, судили, вже, як ти казав, всі суди пройшли. О, рішення Верховного суду було невірно виконано цими виконавчою службою, тому що наші земельні ділянки не відповідають державним актам. Його земельна ділянка, є накла... розмір його земельної ділянки є накладкою на нашу земельну ділянку. І ми ще ходили в суд неодноразово вже, щоб нам скасували акти і виготовити акти згідно купівлі. договору, и он купил, и мы купили. Сколько он купил, сколько мы купили. Ну, никто меня не слышит в судах, и до сих пор. Вот это просудили 11 лет, и я не знаю, где мне садить картошку. У меня нет межовых знаков, и государственный акт, на мою думку, я считаю, что он расторгнутый. Спасибо за и где вопрос. И куда мне идти, что мне делать? Дякуем вам. А, ну вот это еще раз яркий пример той ситуации, которую мы уже затрагивали когда вот право собственности, как телезрительница сказала, у нее возникло вследствие приватизации в начале 90-х лет. Вот. Но при этом, понятно, в этот период не было кадастровых номеров, и я смею предположить, не было и межевых знаков. А, соответственно, границы были весьма абстрактной категорией. Mm -hmm. И, по всей видимости, сосед, будучи более активным пошел на опережение, определив границы своего участка таким образом, как ему было это более выгодно и при этом, безусловно, нарушив интересы телезрительницы. Но сосед получил кадастровый номер. Соответственно, дабы заявить теперь права на те границы, о которых говорит телезрительница, границы земельного участка, нужно оспорить те границы, которые определил сосед. А, соответственно, спорить их можно только признав недействительную ту техническую документацию, которая была сформирована для присвоения кадастрового номера соседу. То есть, потому что она повлекла за собой определение некорректных границ. Это Она может сделать это, на тех документах про о документи... а приватизации? Нет, В том-то и, том -то, вони... том -то и дело, нужно иметь доступ. То есть, нужно нормальному землеустроителю обратиться, желательно к тому, кто разрабатывал тех документацию соседа. Угу. И ну, найти способ ознакомиться с этой документацией. Более того, еще нужно понимать, как эта документация была сформирована без подписи соседей. Или, может быть, кто-то другой за соседов поставил подпись такие случаи тоже, увы, бывают. Поэтому мы же говорим о том, что в этой документации обязательным составляющим является акт определения границ. Без акта определения границ она некомплектна. И в этом акте есть обязательная подпись смежных землепользователей. Вот как могли появиться эти границы соседствующего участка и кадастровый номер без подписи соседей, смежных землепользователей? А для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно получить доступ к этой техдокументации. документации. Ознакомившись с ней, нужно ну, как бы попытаться сформировать исковые требования об оспаривании этого документаций, этого кадастрового номера. Но опять же, для того, чтобы что-либо оспаривать, нужно иметь доказательства, чем подтверждаются те границы, о которых говорит телезрительница. Увы, это такой пласт прошлого законодательства mm -hmm. э, и как следствие тех документов, которые тогда были релевантны, которые мы сейчас адекватно оценить не, не можем, даже с уровнем нашей компетенции, потому что, ну, честно говоря, вот я не осмелюсь судить о том, что было надлежащим документом о границ участка по состоянию там, на 84-й год или на, по состоянию на 90-е годы. Ну, власне, в будь-якому выпадку э, потребно серьезно внимание на техническую документацию? Однозначно, на акцию э, определения. Насамперед, я сподіваюся, що ми вам дещо допомогли, а зараз у нас знову ж таки є телефонний дзвіночку, залишається не так вже багато часу. Доброго дня, прошу ви прямому ефірі, вставте своє запитання. Так, ми вас добрий слухаємо. День. Добрий день. Я вибачте, що я вас турбую. У мене таке питання. Як можна, значить, рішення є 2000 року КМДА? На виділення накодової ділянці номер написаний, двом власникам, у спільну власність, землянна ділянка 10 соток, на приватизацію по 5 соток. Весь час нам гарантувала Київзем оформлення актів. Mm -hmm. Акти оформлюються. А це я отримую запрошення, вже ця ділянка віддається іншій особі. Козенко Галині Андріївні, дружині цього співвласника і пишуть, що це за счет його наблизька. Тут, вибачте, я не знаю, де мені звертатись. Mm -hmm. Ми вас зрозуміли. Дякуємо вам. Що в такому випадку порадити? Ситуація, вона, мабуть, для Києва не єдинічний такий випадок. І він дуже болезненний для от, таких недоприватизировавших свой участок субъектов. Почему не Потому что в данном случае приватизация завершена не была. Потому что насколько я поняла из того, что сказано было, да, было там решение Киевского совета или распоряжение КМД, но я, по логике вообще должно было быть решение Киевского городского совета о передаче в частную собственность безоплатно земельного участка по факту принятия такого решения не было оформлен ГУСАК, то есть право собственности не возникло. И регламентом о выделении земельных участков, это нормативный документ локальной юридической силы Киевского городского совета, определен срок, в течение которого с момента принятия решения до момента в течение которого действуют такие решения. Если в этот срок не было оформлено правоустанавливающие документы, то решения утрачивают свою юридическую силу. Их нужно возобновлять. А учитывая, что был озвучен 2000 год, а уже, извините, 2016 год, 2016 то, соответственно, год. недобросовестный субъект, второй, о котором шла речь, он воспользовался по всей видимости, незнанием нашей телецентрительности этого законодательного момента. И смежный участок просто через ходатайство своей супруги оформил на нее. Есть какие-то, власне, Шляхи вирішення цього питання, і ну, якщо ось ми в попередньому питанні сказали, що на технічну документацію варто звернути увагу, ну, тут напевно трішки, трішки інше в буде. В таких вирішення. ситуаціях, к сожалению, є один, один потенціальний ход, і то не гарантуючий результат. це угу. суд. Тобто, Обратиться в суд, апелірувати к тому, що сроки були пропущені. Приводить факты и причины документально подтвержденные, по которым в течение 16 лет не было оформлено правоустанавливающего документа, ну 16 лет нужно чем-то объяснить. То есть почему? А, исходя из этого, а, восстанавливать срок на оформление правоустанавливающего, но проблема в том, что и такой суд он не будет единичным, будет и второй суд. Об оспаривании прав собственности на земельных участках того лица от супруги, того субъекта, о котором наша телезрительница говорила. Mm -hmm. То есть тут уже напрашивается как э, возможная процессуальная стратегия два судебных спора. Потому что один спор будет на, направлен на восстановление своих прав, а другой на оспаривание тех прав лица, которые э, незаконно, э, ну, по мнению нашей телезрительности, незаконно оформила права на землю. Хотя это очень спорный вопрос. Ну і власне у нас залишається хвилинка. Фактично, ваша порада тим, хто хоче, скажімо так, робити певні певні, так скажімо, або продаж землі, або купівлю, так само зі спадщиною. Я так зрозумів, що насамперед потрібно, потрібно мати не тільки для того, щоб і зробити і договір, і власне будь-які будь-які операції, це потрібно мати акт. І від нього залежатиме дуже багато, так абсолютно вірно. Тобто перше потрібно качественно віднестись mm -hmm. к правоустанавлющої документу. Я сподіваюся, що наша передача пробудить інтерес mm -hmm. к тому, щоб всі подивилися, що у них за правоустанавлюючи документ, є ли кадастровий номер. Власне, э, дослухайтеся до наших порад зичимо. Аби ви не мали жодних проблем з правовими аспектами в щодо землі. Ну я хочу нагадати, що у нас у студії була Наталя доценко білус адвокат радників. Редичної фірми зараз передаємо слово нашим колегам СТН. Вони завжди тримають руку на пульсі події. Отже, зустрічайте у студії Олексу Кіпкало. Слово нашим новинам.